Соблюдать право частной собственности призывает власти Федерации работодателей Украины. Сегодня 70% украинской экономики – это частные предприятия. От того, насколько стабильно они работают, зависят судьбы миллионов людей. В заявлении Федерации говорится, украинский бизнес обеспокоен радикальными заявлениями отдельных политиков о реприватизации и изъятии в пользу государства имущества частных предприятий. Такие решения могут привести к негативным социальным и экономическим последствиям, оттоку иностранных инвестиций и замораживанию внешней экономической помощи. Сейчас она крайне необходима Украине. Федерация работодателей Украины призывает парламент, исполняющего обязанности президента Украины и правительства, сохранять гарантированный Конституцией институт частной собственности.